Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы будем готовить очень вкусный овощной салат из мраморной говядины. Теплый салат овощной с мраморной говядины. Этот салат универсальный, потому что за место мраморной говядины можно добавить все, что угодно. Это куриное филе, креветки и многое другое. Давайте начнем. Нам понадобится огурец, редиска, перец болгарский, лук фиолетовый, чеснок, мраморная говядина бюджетная, лист салата любой, кунжутные семечки, лук зеленый, ну также специи и соуса. Соус классический, капля табаско, масло растительное, соль, черный перец. Давайте начнем. Итак, нарезаем редиску. Редиску мы вот такими вот сластиками будем резать. Вот так вот, вот такие вот сластики редиски. Итак, нарезали вот так вот редиску мы. Далее у нас обычно берем любой салат. И салат мы просто вот так вот рвем. Вот так вот руками рвем вот так салатики. Итак, мы нарвали лист салата. Все, у меня нету граммовых. Все примерно я делаю на глаз. Далее что мы делаем? Далее берем лук фиолетовый. Фиолетовый лук и режем вот такими вот перышками фиолетовый лук. Его при желании можно ошпарить кипятком, чтобы он не горчил. Добавляем вот так вот нашего фиолетового лучка. С мясом будет сочетание просто обалденно. И далее добавляем огурец. Огурец мы напополам вот так делаем и режем вот так вот такими, можно сказать, полукольцами. Можно даже не слишком тонко. Добавляем наш огурец. Итак, вот перец на две части его разрезаем и режем перец абсолютно вот. Вот такой вот соломочкой. И добавляем также в наш салат. Далее, что сюда идет? Все очень просто. Мудрить мы не будем. Далее даем сюда соли. Даем перца. Даем перчика. Каплю масла. И соевого соуса. Для пикантности немножко табаско. Все это перемешиваем, наш супер овощной салат, и дадим ему немножечко настояться. Вот так, пока мы будем жарить мясо для нашего салата, подготавливать мясо. Итак, далее берем нашу бюджетную говядину мраморную. В этом случае это стейк Бавит. Они, конечно же, жестковатые. Стейки все бюджетные, альтернативные. И здесь мы можем пройти тендерайзером. Тендерайзер можно отбить молотком. Некоторые скажут, что это мраморная говядина, она не отбивается. Но это бюджетная мраморная говядина. Если ее пройти тендерайзером, она станет намного мягче. Ну и дальше вот такими вот полосками. Вот так мы просто режем. Вот нашу вот так говядину. Итак, на разогретую сковородку наливаем растительное масло немного. Чуть-чуть еще можем дать. Далее раздавливаем вот чеснок. И слегка одну минуту пускай чеснок пожарится в нашем масле. Передаст нашему маслу весь свой вкус. Так, видите, он начинает уже зажариваться. Мы просто этот чеснок выбираем из сковородки. Все. И добавляем наше мясо. Мясо жарится очень быстро. Добавляем соли.
добавляем черного перца. И тут достаточно будет 2 минут обжарить это мясо. 2-3 минуты. И вот моментально 2 минуты. Просто можно минутку, кто любит с крови. Ну, я такой сочный сделаю. И вот убираю его в емкость. Зачем я убрал, чтобы не переходило наше мясо. Далее, смотрите, берем наш вот этот салатик. Выкладываем наш салат на тарелку. Вот так вот. Выложили наш салат, добавили сверху вот это вот горячего мяса. Добавили вот так вот мясо. Добавили вот так мясо наше. Далее сверху даем зеленого лука. Очень сильно вот так вот подойдет. И можно дать кунжута. Дали вот так кунжута. Все, наш теплый салат с овощами готов. Ну все, вот такой вот салат, я говорю, это универсальный овощной салат. Можно также пожарить куриное филе, креветки, все что угодно. И начинаем кушать, пробовать. Говядина очень сочная. Не знаю, будет видно. Она сочная, говядина, очень мягкая, не очень хорошо сочетается с нашими овощами. Самый простой салат, я не стал тут ничего мудрить, то есть жареная говядина и овощи, немножко соевого соуса, немножко табаско, соль, перец по вкусу, масло растительное. Очень хорошее сочетание, попробуйте, это просто обалденный салат. Итак, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Всем пока.